Вячеслав Симонов моделизмом занимается больше 10 лет. Собрал множество танков и автомобилей. На изготовление модели уходит разное время, но на фестивале он представил модель, над которой работал почти 2 года. Я работаю по фотографии, нахожу фотографию какого-то танка и потом уже подгоняю под него модель. И самым сложным было найти все правильные элементы этой модификации и их правильно расположить на модели. Модель — это не просто купить коробочку и собрать. Тут еще нужно очень много знать для того, чтобы сделать это все максимально правильно. Любители конструировать и коллекционировать модели боевой техники объединил фестиваль «Мужские игрушки 63». Танки, самолеты и целые диорамы, выполненные с максимальной точностью и реалистичностью. А для начинающих моделистов устроили мастер-класс, где рассказали о тонкостях работы. Акрил лучше промешать, а потом залить. Он будет более равномерно выходить. Это просто проверенный факт. Несмотря на то, что сообщество моделистов в Самаре большое, подобный фестиваль прошел в первый, но далеко не в последний раз. Организаторы обещают, встречаться будут 4 раза в год. Многие моделисты друг о друге не знают. Они могут встретиться просто в магазине, и то случайно. Вот как раз наша цель — сплотить все эти сообщества, и чтобы они у нас выставлялись. То мы призываем всех коллекционеров, всех моделистов, чтобы приходили, участвовали, обменивались опытом. Самые яркие работы после фестиваля останутся украшать стенды еще 1,5 месяца. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.